Чего не хватает в свойстве хасадим со стороны нижнего, чтобы называться отраженным светом? Это непростой вопрос. Свет хасадим, в нем есть несколько ступеней. Есть свет хасадим, который исходит из того, что творение не хочет использовать свое желание получать. И тогда зависит, какое желание получать он не хочет использовать. И тогда выходит, что у нас свет хасадим, который наполняет все стадии, в которых творение отталкивает высший свет, хочет быть в отдаче высшему свету тем, что он не получает от него, и тогда распространяется в творении свет меньше, чем Ор-Хохма, более низкий, и наполняет его, и это называется светом хасадим. Поэтому и в свете хасадим у нас есть градации, что и свет хасадим распространяется как использование желания получать. Но только такое использование, когда я не хочу притягивать и получать в желании получать, а быть нейтральным. Но быть нейтральным над каким желанием получать я хочу не получать. И поэтому также в свете хасадим у нас есть наранхай, если можно так сказать. То есть у нас есть 5 ступеней в свете хасадим, 5 уровней.